по машине, он едет этот будущий, он потом не стоит так вот, я тебе отвечаю, это под рулевскую. 160-й рессорный, у него мосты слабенькие как раз. Улыбнитесь, у вас снимает скрытая камера. Здравствуйте, архивная. Папарацци. Да, да, да. Нет, ты знаешь, есть один плюс. Вот обсуждаем РД. YouTube не закроют там какой-то РД канал. И как? Вот я греется. Я не люблю смотреть, когда ты начинал. 2006 год. Рядом скотина. Ребенок. Значит, сегодня кольцевая гонка. Значит, смотрите, интервал старта 2 минуты. Время первого старта 9:30. Порядок старта ТР1 свободный. В порядке стартовых номеров. То есть первый стартует в 9:30, второй в 9:32 и так далее. Плюс 2:22. Движение участников осуществляется между КП1.G2, КП2.G1. Что такое G и D? 1, там D2 вы точки получите. G это Гудьер. То есть точка обозначена в виде наклейки, ну тоже таблички с наклейкой. И там маркером написано 1, 2, 3, 4. Стоимость точек сейчас вывесится сюда также. То есть движение произвольное. Хотите, сначала собираете точки, потом круги наматываете. Хотите, круги наматываете, потом точки собираете. Не хотите точки собирать, финишируете. То есть движение абсолютно произвольное. Значит, коридор образован вот этим вот берегом и вон той белой лентой. Понятно, да? То есть сторону, читай правильно, коридор стоимости не имеет. Обязательное прохождение два раза в направлении по течению. В сторону, значит, по течению в эту сторону. Так может не она это? Чё? Чё ты там? Да, да. И четыре машины. Потом мы стартуем, вы за какими? Пятый? Пятый. Это вы еще от нас. Восемь. По 2 минуты интервал. По номерам. Видишь, их надо снизу брать. Так. И вон как. Давайте им вопрос, ему на горе поставить. Мам, бля, ну хватит, отвернусь и обратно. Да тут мелко, блин. Заезжай там мелко. Заезжай тут мелко, вы чё? Хватит. Всё, хорош, хорош. Всё, руки. Ох, помощников сколько. Нет, так все же здесь умные. Толкнём, толкнём, давай. Надо каску не снять. Все же без касок умные. Каску сними. Надо, без каски все умные. Иду, иду. Давай, давай, давай. Как научитесь быстро фотографироваться, побеждать научитесь. Начнете. Победа в этом, фотографирование. А да? Скажи же, что, сколько он минут потратил? Подъехал. Пока вышел, пока вспомнил, что под аппарату не выйдет, там лежит, пока включил. За это время уже 4 машины не приехали. Давай, 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 давай. Пойдет, пойдет. Где ваша Нива? Дома. Денил? Да. Бак, улыбайся шире. Это света. О, нормально, нормально. Быстрее, быстрее. Сфотографировались на пятерку, идете на двойку. А? Сфотографировались на пятерку, идете на двойку. Быстро в машину сел. Да, под копы, да. Ой,
точку видно, подъехал. Квадрик же видите, мой. Сканистр, это номер не видно. Поэтому ты говоришь, журнал, не журнал, все же видно как. Я не понял, а Бика как по этому 8-цилиндровый еще протест какой-нибудь напишет? Последним у него 3.01. Как 3.10 и 3.01. Только вот один заезд будет, да, и все, или еще потом. Вот он.
машины. Давай.
Сейчас как кинет его оттуда сверху. Сертификат 60 тысяч тенге на посещение. Явки на участие в конкурсе на лучший автомобиль для рыбалки и отдыха и путешествий.
приз 60 тысяч тенге в виде сертификата на отдых двух человек в течение двух дней. Небольшой такой. Вот этот поселочек, короче, проезжаешь, чуть дальше, он у тебя справа начнется, улица направо повернет. Ты поселочек проезжаешь, и будет вот так поворот круто налево. Бак переезжаешь. Переезжаешь и пошел потом вдоль газовой трубы. Труба справа будет газовая, желтая. С левой стороны поля. И это уже, да, все, грунтовка пошла.